Вези меня лучше. Куда? Говорят, Одесса красивый город. Море цветов. В лесу пожар. Меня взвоют. Что? На старт собирается шла авария. Нам нужно сообщить по радио, по телевизору, принять меры безопасности. Что конфиденциально? Я не понимаю, но... Стоп! Мне иди под дождь! Нам опасно! Ваш муж получил высокую дозу облучения. C'était une ville modèle, la plus belle ville d'Ukraine. Le jour de l'évacuation, 50 000 habitants ont dû quitter la ville avec l'interdiction de prendre quoi que ce soit. Il y a encore des gens qui travaillent ici? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que ça veut dire, Tchernobyl? Absente, l'herbe de l'oubli. Et vous habitez encore dans la zone? Souvent, les gens me demandent pourquoi je suis restée. Ну, скільки було тих? Що це? Це біженці з Таджикистану. Вони зайняли ваш дім, я нічого не міг зробити. Чорнобиль не приналежить нікому. Це наша територія, понятно? Персонне відео. Люпасі там пиї транжи, кіно ми кітпа. Я ж не попам он де фер.